Сегодня мы распакуем X-Radian Gore-Tex. Вот написано Gore-Tex, то есть с мембраной. Размер идет 1,5 по UK, а евро 46. На наш это где-то минус размер, то есть где-то 45,5 примерно. Сейчас достанем их и посмотрим. Тихо. Как они выглядят. Вот так выглядят эти ботинки. То есть они такие простые, со шнурками. Но у них подошва идет очень хорошая. Это новые подошвы Соломона. То есть она мягонькая, в ней можно далеко и хорошо походить. Опять же, мембрана Gore-Tex по всему ботинку. Gore-Tex ставится по всему ботинку. То есть подошва, вот шасси у них такое, чтобы цеплялась за землю. Это туристические ботинки, не для бега. Вот. Носочек защищен, то есть тут идет такая нашивка в виде, ну, такой плотной резины. Именно не обрезинена, а нашивка в виде плотной резины. Ткань хорошая идет, которая именно вот сучки, там камни, ее просто так не порвешь, не зацепишь, то есть надежная. Мембрана внутри Gore-Tex, то есть нога будет меньше преть, не промокать, то есть можно будет прям залезать в воду и в них, ну, не купаться, но в воду залезть можно спокойно. Вот до отсюда, где зашит язычок, вот у него вот здесь он вшит, все, вот до отсюда вы можете залезать спокойно, не бояться, что у вас нога промокнет. Сейчас еще достанем стельку. Стельки здесь Ortholite, но простые. Простой Ortholite, не с резиновой вставкой. Подошва также. Вот эта вот блестяшка, если видно будет на видео, это вот так защищена мембрана Gore-Tex. То есть за ней уже идет именно мембрана сама. Это не сама вот эта Gore-Tex, а именно ткань, чтобы была защита для Gore-Tex, и стирание не происходило изнутри. И где именно Gore-Tex в Соломоне, везде вот такая блестящая. Только в зимней обуви вы можете не увидеть эту блестящую штучку. А в остальной весенней, осенней, летней, если есть Gore-Tex, такая штука будет. Ну вот и все. В принципе, в них все стандартно. Классические ботинки для туризма. С хорошей подошвой и с мембраной. Плюс вот это все идет. Хорошая защита. Для того, чтобы ни сучки, ничего у вас. Ну, пятка тоже, кстати. Пятка тоже идет с нашивкой. И чтобы задник держать у вас, чтобы пятка не гуляла. Вот так они выглядят. Заходите, покупайте.